Ребята, всем привет! Покажу вам обзор, сделаю своего дачного участка 10 соток. Что нужно здесь сделать примерно? Просто многие думают, что дача — это все легко и просто, но вы ошибаетесь. Раз в две недели, если у вас есть газон, то раз в две недели нужно его убирать. Потому что если убирать не будете, он у вас зарастет и будет некрасиво. Поэтому у меня где-то два участка с газоном. Первый участок газона я уже покосил. Сейчас будет второй участок газона, где будем с вами убираться. Все для вас это будет в ускоренном виде. Для меня это надо будет часа три, а для вас это раз, и все чисто. Так что смотрите, понравится, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ребята, все для вас. Вот такие яблоки. Так что, поехали. Дает нам вот эта яблоня. Представляете, вот смотрите, сочные. Очень сочные яблоки. Но они в основном пропадают, потому что съедать их не успеваем. Компоты или сушим их. Вот это дерево у соседа, он его выкопал и хотел выкинуть. У меня тут еще не было ничего, просто было поле. Я говорю: Александр Иванович, дай его попробовать посадить. Принес, посадил, и смотрите, какое яблоня. О, какие яблоки мощные. Так что пойдем трудиться дальше. Надо убирать травушку. Заросло все у нас здесь. Сейчас школа пошла, заниматься вообще дачей некогда. То работа, то школа, то еще какие-то дела. Так что, если интересно, смотри дальше. Ребята, просто класс. Аж текут, смотри. В магазинах такого не купишь. А зимой будешь вспоминать. Они вон валяются, никто их не ест. А зимой посмотрю видео. И захочу кушать такое яблоко. Так что выращивайте яблоки. Колобани посадили туи, говорю, года за три поднялись очень высоко, и получилась живая изгородь, отделяя дом от бани. Здесь у нас вот бассейн стоит там на этом месте, но как сейчас уже ночи холодные, поэтому бассейн убираем. А так дача у нас, конечно, зеленая, очень много плодовых деревьев, виноград имеется, груши, слива, вишня. Все это у нас, ребята, есть. Но это большой-большой труд. Так что, если будете думать, сажать или не сажать, обязательно сажайте. На даче жить можно, хороший воздух, спокойно, никто не едет. Собираем яблоки. Наверху уже гниют. Вот, посмотрите. Яблочки супер. Друг дружку прям. Три яблока в руках не помещается, представляете? Все это сложим в корзинку. Насколько сохранятся, будем их кушать. А так я их режу и сушу, чтобы зимою варить компот. Вот. Яблок очень много дает яблоня. Что мы делаем с яблоками? Купили такую сушилочку, электросушитель овощей и фруктов. Очень удобная. 6 штук прозрачных. Температуру включаешь до 70 градусов и сушит. С яблоками, смотрите, что получается. Сушеные яблоки, как чипсы получаются. Вот. Их сушатся. Режем. Режу их вот такой штучкой, прям быстро, чпонь-чпонь-чпонь, вот, закладываешь, и у меня получается, примерно закладываю сюда два ведра,
Вот два ведра таких вот я нарезаю. И на 6 штук они закладываются. Примерно 10 часов, нет, больше, часов 15 они сушатся. Ну, переставляешь, они вот так переставляются. И получаются такие сушеные яблоки. Потому что яблок много, девать их некуда. Вот так вот сушишь. Попадает, конечно, слива. Ее каждый год очень много. Людям говорим, но очень редко, когда кто-то приезжает, собирает ее. Это вот груша в этом году у нас первый раз давала очень хорошую грушу, жесткая. Вот. Вишня до сих пор она висит, потому что с того года еще все осталось. Замороженная вишня очень много. Но, к сожалению, людям говоришь, никто не приезжает. Вот, вот газончик, который мы с вами постригли. Вот так вот выглядит. Можно играть в футбол, волейбол. Все у нас нормалек. Сегодня суббота у нас. Будем топить баню. Баня у меня на дровах. Печку варил сам. Вот. Дровишек накидали. Сейчас подождем. Разгорится. И я вам покажу свою баню. Небольшой обзорчик. Дровяная баня, конечно, прикольненькая. Но нужно постоянно думать, где брать дрова. Особенно в зимний период, летом. Где-то ищешь, заказываешь, колешь. Так сказать, своя красота есть в этом. Пока дров наколешь, уже и мыться неохота. Ну вот так вот. Ну давайте, сделаю вам обзор своей бани. Это у меня предбанник, примерно 3 на 3 предбанник, туда вход у нас в мойку. У меня мойка, тут душ у меня, там парилка, вот примерно такая вот моечка. Пошлите в парилку. Ну вот, сейчас зашли в парилку, здесь у меня 2.20, то есть полноценно я ложусь. Вот. Две полочки специально сделал. Первая, вторая. Ну, котел, где у меня стоит, тут темно, вы не увидите. И фонарика я с собой не взял. Вот такую штуку специально, видите, загородил. У меня от полка до стены где-то метр. То есть спокойно стоишь. Вот. Ну и выход назад. Ребята, спасибо, что были со мной. Показал я вам, как я живу, как живет моя семья. Показал, чем мы занимаемся на огороде, потому что в 2 недели примерно раз нужно убирать участок, траву скашивать. Сейчас падают яблоки. Некоторые яблоки мы кушаем, некоторые мы собираем. Сейчас мы яблоки стали сушить, готовить на зиму себе. Показал, какие цветы. Ну и вообще, как бы, процесс жизни на даче. На данный момент баню затопил. Уже слышно, как котел трещит, нагревается. Сейчас пойду домой. Будем обедать, кушать, отдыхать, готовиться к вечеру. Там школа и прочее, прочее. Ну, все то же самое, что и у вас в основном. Если вам такой формат понравился, ребята, поставьте лайк, поддержите видео. Попозже покажу, как будем, возможно, собирать там морковку или что. Но это если вам будет интересно, если вы меня поддержите. Так что все. Вам всем, ребята, мира. Переходите, эти же видео смотрите в Яндекс.Эфире. Там тоже есть мой канал Нива 007 Оренбург. Набирайте.
те же самые видосы, что и на Ютубе, можете посмотреть в Яндексе. Там, между прочим, меньше даже рекламы. Вот так вот. Все, ребята, давайте. Спасибо. Я пошел отдыхать. Давайте, пока.